Книга «Открытым оком». Вопрос 1390, том 4. Разбор ответов архимандрита Амвросия Юрасова. Вопрос 66. Что означает число 666? Отвечает Амвросий Юрасов. Когда я еду в машине, и мне попадаются машины с тремя шестерками, я крещусь. Это имя Антихриста. Имя Христа – три восьмерки. У нас в монастыре машина есть. У нее номер Ж5888ИВ. Все в этом номере интересно. Раньше народ изучал цифровую азбуку. Умел читать буквы как цифры, поэтому Господь и закодировал имя Антихриста. В номере нашей машины три восьмерки. Восьмерка не имеет ни начала, ни конца. Она соединяет небесный мир и земной, заключает в себе полноту мироздания, полноту времени, вечность. Это имя Христа. А и В, я так рассудил, Иисус воскрес. Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. Сегодняшние пастыри, отвечая так, показывают, что они чужие Богу и не знают Его Писания, а людей ведут наобум. Авось да вывезить. Сколько было толкователей откровения Иоанна Богослова. Есть старинная книга «Семитолковый апокалипсис». Много толкуют разные сектанты. Но такого бреда еще никогда не приходилось слышать. Как будто говорит человек с испорченной психикой, душевно больной. Начал и кончил номерами своей машины. Есть русские народные сказки, где задаются загадки, то есть, что есть самое жирное, самое быстрое, самое богатое и другое. Глупые русские дураки из ожиревших старых русских отвечают: «Мой отец, наш кабан, наш конь», хотя нужно было бы сказать «мысль, земля, воображение». Вот эти ответы как будто из этих сказок. Цифра 666 совершенно ничего не значит. Под этим номером есть и страницы в книге, и дни нашей жизни, и годы, и квартиры, и многое другое. И цифра 8 ничего не означает, кроме повторения. Равняется единице после 7. Новое творение, новый круг. Премудрость Соломона 17.11. Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка. Страхи рождают химер. Таким ответом наводят панику на людей и манипулируют их сознанием, убивая страхом перед ИНН, перед новыми паспортами. Лука 11.46. Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагивайтесь до них». Откровение 13, 16, 18. «И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их, или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». 666 – это не имя Антихриста, а число его имени. Страх Господень, Авва
воздержание. Воздержание дарит исцеление. Лучшая поэзия – молчание. Лучшее молчание – моление. Лучшая молитва – покаяние. Покаяние тщетно без прощения. Лучшее перед Богом предстояние в глубине высокого смирения. Я забудусь в таинстве молчания, пред иконой чудной умиления, да очистят слезы покаяния высшую поэзию моления. Иеромонах Роман.